Привет, мы сегодня изменили формат съемок, просто потому что у меня проблемы с освещением, а на балконе у меня как раз таки достаточно неплохо хватает солнечного света, так что будем открывать, смотреть, что у нас сегодня пришло. Это просто уплотнитель. Это у нас чехол на что-то. Вот это не чехол, это пришел экран. Заказывался экран на HTC One M8, не, не M8. Что-то там, честно, врать не буду, но вот, короче, пришел экран. Стоил что-то в районе 30 баксов. Упакован достаточно хорошо. Ссылку я дам, почитайте сами подробно. Я не готовился, так что. А и пришла у нас краска, открывать не буду, все стандартно. Черный динамик. Да, 5 штук. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.